Здравствуйте, меня зовут Лариса Фельман, мне 73 года, я из Нью-Йорка. Мне 15 лет тому назад поставили диагноз рак крови, рак лимфатической системы. И я проходила очень много химии. А затем мне сказали, что пожизненно я должна буду находиться на химии. Но я такой человек, который всегда ищет какую-то альтернативу. И я познакомилась с компанией APL. И, конечно, я решила попробовать, потому что это натуральный, полностью натуральный все дрожжи. Это инновационное изобретение, которого еще нет равного в мире. И поэтому я захотела попробовать. И когда я 2,5 месяца я пила для поднятия, вот здесь вы видите эти дрожжи, для поднятия иммунной системы, чистила сосуды, лимфатическую систему, чистила кровь, чистила от паразитов, от грибков, от всяких вирусов, прочистила свою печень. И через 2,5-3 месяца я пошла к онкологу сдать анализ крови. И когда я сдала анализ крови, и он мне сказал, что у меня идеальный анализ крови, для меня это было сенсация. Я была очень довольна этим. И, конечно, я поняла, что это то, что мне нужно использовать в своей жизни, чтобы быть здоровым. Оно мне помогло очень. И я надеюсь, что это и поможет вам. Я также использую это для своего котика. У меня прекрасный котик. И я поддерживаю его здоровье. Так что и вам желаю, чтобы вы были здоровы, чтобы вы радовались этой жизнью, так как я теперь радуюсь. Всего вам доброго и всех вам Божьих благословений. До свидания.